Несмотря на многочисленные призывы министра здравоохранения воздержаться от сдачи анализов на коронавирус в частных клиниках, люди все равно обращаются за этой услугой. Илона Ведрашко выясняла, можно ли полагаться на результаты таких тестов и насколько они эффективны. Молдаване смогут пройти тестирование на наличие коронавируса в частной клинике столицы. Именно такие заголовки красовались в местных СМИ уже с середины февраля. Однако, как показала практика, такие тесты не всегда эффективны. Один из наших телезрителей прислал нам запись телефонного разговора с одной из частных лабораторий, которая предоставляет данные услуги. Его заверили, что результат будет готов в течение 2 рабочих дней. Я вот хотел бы поинтересоваться, а у вас можно сдать тест на коронавирус? Сегодня невозможно. Можете завтра с 7:30 до 11. Записываться надо или просто я прихожу, становлюсь в очередь и прохожу, да? Да. Вы приходите в порядке в очереди. А сколько стоит? 700 лей. А как долго ждать результата? Делается в течение 2 рабочих дней. Мы решили сами позвонить и поинтересоваться в диагностическом центре, на который ссылался наш телезритель, действительно ли он предоставляет такую услугу, даже несмотря на то, что, как ранее заявила министр здравоохранения Виорика Думбровяну, эти тесты не сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения и часто дают неверные результаты, а люди, прибегающие к услугам частных диагностических центров, в прямом смысле слова, выкидывают деньги на ветер. В лаборатории нам подтвердили, что они действительно предоставляют данную услугу и оправдывают свои действия так. Есть небольшой нюанс. В государственных клиниках те, у кого нет симптомов, не могут сдать этот анализ. Для того, чтобы получить возможность пройти этот тест, у него должны быть определенные симптомы. У нас же этот тест может пройти любой желающий. Но мы все же рекомендуем пациентам, которые звонят и интересуются, в приоритетном порядке обратиться в службу 112, особенно те, у кого есть температура и другие симптомы. То есть, если вы действительно носитель коронавируса, вас все равно перенаправят в агентство общественного здравоохранения. Стоит ли вам тратить круглую сумму на тест, который не даст 100% результата, решать вам. Илона Ведрашко, Акчен ТВ.